Они в любую минуту готовы откликнуться и прийти на помощь. Во всем мире сегодня отмечают День медицинской сестры. Кроме любви к своему делу, в этой профессии требуется еще и железная выдержка. На хрупких плечах медицинских сестер непростая задача – поддержка и уход за больными после операций. Именно с этой профессией решила связать свою жизнь Дарья Шкилонцева. 2 года назад девушка поступила в медицинский колледж имени Ляпиной. Я давно хотела поступить в медицинский, это была моя мечта. В дальнейшем я собираюсь идти в институт и поступать на невропатолога. Традиционно в этот день во всех медицинских учреждениях проходят праздничные события. Так, в колледже имени Ляпиной сегодня открыли скульптурную композицию. Это образ девушки с чемоданчиком в халате, которая спешит на вызов к больному. Именно таким предстал перед жителем Самары памятник медсестре. Сделал символ медицинской сестре. Потому что роль медицинской сестры вот в излечении больного, особенно хирургического профиля, иногда не меньше, чем роль хирурга, который сделал очень сложную операцию. Мне кажется, не случайно, что этот памятник открывается в Самарской области, потому что у нас уже традиционно Самарская область – одна из передовых территорий, где и высшее сестринское образование появилось, можно сказать, в одних из первых регионов, где оно закрепилось и где оно развивается. Всего в Самарской области трудятся более 25 тысяч медицинских работников среднего звена различных специальностей – фельдшеры, акушеры, медсестры, медицинские лабораторные техники. Мэри Елчан, Григорий Плешаков. События.